наполняйтесь, если не будет. А визитку молодому человеку предложите? Визит есть у вас? Может, возьмет? Спаси Христос. Слава Христос. Вам подарить? Евангелие. Вы меня извините, молодой человек. Нет. В Библии так написано, сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Это человек, который отвергает Бога Создателя, он безумец. По слову Божьему. Какую именно вы Библию? Про Новый Завет или про Ветхий? А Бог один, и ветхого Нового Завета. По какому завету вы? Мы живем по Евангелию, по Новому Завету. По Евангелию, по Новому Завету. Ветхий Завет для вас не существует. Существует. Да. Потому что много и Ветхого Завета исполнять тоже надо. Не прелюбодействуйте, это взято из Ветхого Завета. 10 заповедей от Моисея. А вас не интересует, что летоисчисление, вот которое идет, вот ноль, да, точка, ноль, которое сейчас вот 2018 год, да. И еще до этого времени неизвестно, сколько люди жили. 5000.
там больше, гораздо. Гораздо 5 больше тысяч. Сейчас находят там останки людей, которые находят. Миллиарды лет назад. Но это... И ничего этого всего не было. Мы-то верим в то, что Господь о себе свидетельствует, а говорит о том, что... Не знаю я. Видите? Я понимаю, что вы верите, но как бы это не мое. Это плохо. Не в это я верю. Потому что путь на небо, она, мы же для вечности сотворены. Не просто, чтобы ты здесь прожил, лопух тебя, потом тебя зарыли в землю, лопух вырос, и все, и на этом вся твоя память закончилась. У нас душа бессмертна, которая переживает, сочувствует, радуется и так далее. Все то же самое написано и в Коране, и в буддийских книгах. Все то же самое, что тело – это сосуд, человек – вечная душа. Смотрите, я много прочитал литературу по этому поводу. Иисус Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Путь на небо – только через Христа. А остальные проповедуют религии о том, что только можно добрыми делами спастись. Добрыми делами не спасешь. Только через жертву Иисуса Христа, который у нас за нас пробил. Все веры похожи чем? Вот во всех верах есть одно и то же, абсолютно одно и то же. Я буду за вас молиться, чтобы Господь вас просветил разумом. Я сам-то Богу пришел 26 лет, у меня сейчас вот 40 лет. Но я искал, понимаете, Господь говорит: ищите, найдете, просите, дано будет вам. А вот вы говорите: я надеюсь только на себя. А вот Господь положит вас на одро болезни, что-нибудь паралич там или что-то произойдет. Все возможно. Вы же знаете, человек смертен. И как, где ваша тогда полагаясь на ваши силы, на свои силы? Это обман. Свой организм. Это я вам скажу обман. Только потому что Господь положит, и все. И ты уже ничего не сделаешь. Где Господь, когда умирают дети невинные? Вот просто даже не рождаются. Где что? Господь в это время? Он сотворил, он и забирает душу. Это его право. Конечно. Это классно. Вот когда я буду лежать на предсмертном одре, верить в то, что он меня решит спасти? Да потому что впереди вечность. Да, вы умрете только телесно, а душа-то ваша бессмертна. И вас там это уже не спасет, что вы верите, не верите. Там уже будете, демоны потащат, когда вас, тогда узнаете. А уже будет поздно. Я уже готов. Уже поздно будет. Это плохо. Ну ладно, Бог помощи. Спасибо. Спасибо, Господи. Возьмите, надо еще. Да, идем дальше. Какой жадный, забыла весть. Бесплатно даем.
Мы все вот закончили.